Сегодня я хочу вам показать очень интересное и очень эффективное приспособление, при помощи которого можно спрессовывать подшипники, крыльчатки, фланцы, звездочки, то есть то, что имеет очень прочную прессовую посадку. Представляете себя красный жестяной чемоданчик длиной 440 мм, шириной 180 мм и высотой 45 мм. Вот, посмотрите. Это приспособление засветилось у меня в одном из видео, ссылку я дам в описании. И представляет из себя вот такой вот набор. В первую очередь это разъемные захваты, при помощи которых необходимую деталь нужно снять, спрессовать с вала. У меня, к сожалению, сейчас возможности нету продемонстрировать, но в том видео, о котором я вам говорю, там все это очень близко, наглядно показано. То есть одевается на вал, позади детали, которые необходимо снять, фиксируются по диаметру. Затем проставки. На эти проставки планка с винтом, винт с шариком, винт упирается в торец вала, здесь гайки, и все, и пожалуйста. Крутится и спокойно, без истерик, снимается. Либо это подшипник, либо это звездочка, либо это все что угодно. Есть некоторая универсальность. Если, к примеру, длина вала превышает эти проставки, то их можно нарастить комплектными. А сюда уже наворачивается основная. То есть и длина увеличивается. Сейчас я скажу, насколько. Если так, базовая 80, дополнительная 110. Грубо. Два типа размера. Вот меньше. То есть, смотрите. То есть вот как раз при помощи ее и спрессовывался подшипник с якоря пылесоса. Так, здесь толщина 1,5 миллиметра, и в максимальной части 5 миллиметров. Так, а здесь, да, здесь те же самые 1,5 миллиметра и тут маленечко побольше, на конус идет 6 миллиметров. И физические размеры сейчас сниму в сложном состоянии. Здесь 102,5, если это важно, конечно, 129, а здесь 69. 92, так, здесь этот размер не указал, 52, 69,
Вот такое приспособление. Как я говорю, оно очень эффективно, очень полезно в работе для тех, кто действительно занимается ремонтом. Хотел добавить ремонтом агрегатов. Все, спасибо, пишите, спрашивайте.